Как отличить настоящую кожу от подделки? Запомните несколько правил, которые помогут вам при выборе кожаного изделия. Понюхайте кожу. Искусственную кожу выдает резкий химический запах, однако не стоит верить лишь своему обонянию при выборе изделий, так как продавцы могут использовать ароматизаторы, которые имитируют запах натуральной кожи. Намочите водой. Если кожа настоящая, она впитает влагу и немного потемнеет. Вид кожзама не изменится, он сохранит свой цвет и не впитает влагу. Подержите в руках. Искусственная кожа останется холодной, а натуральная нагреется. Ищите поры. Поры на искусственной коже либо одинаковые по глубине и форме, либо вовсе отсутствуют, а на натуральной располагаются произвольно. Смотрите на срез. Попробуйте вывернуть изделие наизнанку и внимательно осмотрите срез. Если у вас в руках кожзам, то вы, скорее всего, заметите текстильную основу. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.